день рождения газеты, давайте выставку. Где у нас фотограф? Ну вот он. Я говорю, конечно, давайте. В газете «Владивосток» Алексей Воронин работает уже 28 лет. И ко дню рождения издания фотокорреспондент решил сделать подарок не только коллегам и читателям, но и всем жителям города. На персональной выставке «Объектив Владивостока» публика теперь может увидеть не только любимые работы мастера, но и те, что не попали на газетную полосу. Мне больше всего нравится фотография с маяком на рассвете зимой. И также безумно нравятся животные, которых он фотографирует в большом количестве. Ну и, конечно, спортсмены, потому что у них всегда такие эмоции, которые даже вот глазом не увидеть, но вот они такие живые, такие потрясающие. Вот. Может быть, кому-то покажется обычным. Ну, сидят две кошки, и что? Нет, он нашел... В этом снимке он нашел настроение. В каждой фотографии, ну, почти в каждой фотографии, да, есть какое-то чувство, и вот мне больше нравится вот это вот ироничное, скажем, такое отношение к ну, каким-то эпизодам жизни. Вот поющие ОМОНовцы, смешно, байкеры, которые так смотрят. В общем, такое, знаете, вот тоже такой жанр сатирический, скажем так. Они очень две интересные фотографии размещены. Илья Богатенко играет, он в экстазе, и девушка в экстазе у нас кричит. То есть прям повесили картины, можно сказать, подугадали как надо. Портреты, пейзажи, жанровые зарисовки. Каждый из этих снимков посвящен любимому городу. А еще фотографии – это иллюстрации к журналистским текстам. Умение дополнить любую раскрытую автором материала тему – необходимая профессиональная черта фотокорреспондента. Газету можно поздравить и с тем, что, что в этой газете работает такой замечательный фотограф, как Алексей Воронин. Человек с особым взглядом на мир, с особыми фотографиями. В каждой из них есть своя экспрессия. Они очень энергичные, необычные. И это замечательный взгляд, который есть только у настоящего художника. Газета «Владивосток», без сомнения, самая популярная газета в городе Владивостока. В Владивостоке всегда ею была, есть и, я думаю, будет. Поэтому надеюсь, что и дальше она будет развиваться, расти и радовать нас новыми материалами. Большой друг газеты, известный галерист и основатель арт-этажа Александр Городний давно хотел организовать персональную выставку работ Алексея Воронина. И еще одним поводом к открытию экспозиции стало празднование дня рождения города, о жизни которого газета «Владивосток» каждый день рассказывает оперативно и достоверно. Любой горожанин неравнодушен к этой газете, а я, наверное, в клубе не меньше, потому что как бы... со дня и основания газеты, и, кстати, 28 лет и арт-этажу, понимаете, параллельными курсами идем. Газета освещала всегда наши выставки. Я знаком со многими журналистами. Вот, и, в частности, вот Алексей Воронин, я с ним еще раньше был знаком и знал его, когда он там на эти пленки черно-белые фотографировал. Я вообще без фотоаппарата его в жизни не представляю. И даже я, значит, с ним оговорил будущие выставки, его персональные здесь. Газету, галерею и автора фотовыставки поздравили не только коллеги и постоянные читатели. Депутат Государственной Думы Сергей Собчук передал благодарственные письма от российских законодателей за большой вклад в развитие культуры, за патриотизм и совместную работу на благо Владивостоку. Газета 28 лет уже, и мы читаем, безусловно, эту газету, любим, и это один из столпов таких СМИ нашего города, я думаю, и края ее читают, и, естественно, как бы я очень рад, и праздничная обстановка, и не верится, что уже так много лет газете. Самое главное – здоровье всем ее сотрудникам, начиная от главного редактора, актуальности, чтобы она продолжала также увеличивать читательский свой, как говорится, коллектив, естественно, быть, как всегда, современной и актуальной. Организаторы выставки планируют и работу над новыми проектами в галерее «Арт-Этаж», который ровно год назад по решению временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева официально начал свою работу на новом месте в старинном особняке Денби. Серию работ «Объектив Владивостока» горожане могут посмотреть до 12 июля. Вход на выставку свободный. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.